Всем привет, с вами Илья. Наконец-то новое видео. Уже месяц я ничего не снимал, не выкладывал видео, потому что я решил сделать перерыв на своем канале. И сегодня я возвращаюсь. Я, в принципе, никуда и не уходил, просто некоторое время не выкладывал видео в связи с перерывом. И сегодня я устраиваю сражение на спиннерах, долгожданные. Некоторые подписчики, зрители писали об этом в комментариях, когда же будут сражения на спиннерах. И вот сегодня будут. Итак, начнем же. Сражения будут проходить на спиннерах 2011 и 2012 года. И вот сегодняшние участники. Первая пара участников — это Каменный Воин и Зейн из 2011 года. Начнем. Первый начинает Зейн. Так. Немного поступились, но никто никого не сбил. Второй раз. Снова никто. А сейчас... Воу! Зейн победил. Каменный Воин проиграл. Следующий бой состоится между Каем и Чокуном. Уже спиннеры 2012 года. О, и тут ничья. Интересное начало. Так. Надеюсь, второй ничьей не будет. Кай улетел немного. Так, не приблизились. Еще разок. Чокун наступает, и Чокун проигрывает. А Кай победил. Теперь сразятся победители прошлых двух раундов. Кай и Зейн. Ниндзя против ниндзя. Интересно, что же получится. Ничья. И интересно. Огонь и лед. Стихии участников. Кай и Зейн. Что ж, давайте теперь Зейн начнет. Оу. Зейн прям вылетел. Победил Кай. Сильнейший из сегодняшних — это Кай. Давайте устроим бой между злодеями. Каменный Воин против Серпентина, Чокуна. Интересно, кто из них выиграет? Тут выиграл Чокун. Давайте еще разок. Прям интересно. Ой! Чокун вылетел, это случайно. Так. Ой, опять Чокун. Чокун вылетел из-за того, что ударился об монитор. Ну же, где же поединок? Или ничья? Или мирно разойдутся? Посильнее. Чокун все-таки победил. Ну, может быть, Каменные Воины победят. В другой раз. Все-таки, насколько эти спиннеры крутые 2011 и 2012 года. Замечательная игровая часть у этих спиннеров. В следующий раз, возможно, я устрою сражение между новыми спиннерами. Ну вот, начиная с 2019 года, которые выходили.
Хочу заметить, что на моем канале уже 1000 подписчиков. Дальше больше. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока!